Уроженец Краснодара Дмитрий Ткаченко успел себя хорошо зарекомендовать. Руководящие должности он занимал в 4 регионах страны. Также имеет опыт работы в Краевом управлении судебных приставов и знаком со спецификой нашего региона. Владимир Воронин охарактеризовал нового руководителя как опытного профессионала, который в срок исполняет судебное решение. С учетом тех консультаций, которые директор с вами проводил, с учетом ваших рекомендаций, подобрали такого кандидата, который, по нашему мнению, способен дать новый вектор развития службы в целом с пользой для края в первую очередь, ну и для самоуправления. Вениамин Кондратьев поздравил Дмитрия Ткаченко с назначением. С новым судебным приставом края губернатор обсудил задачи, которые стоят перед управлением. Я хочу вас поздравить с назначением и добро пожаловать домой, потому что это и ваш край, и ваш город. Вы прекрасно понимаете проблемы сегодня и службы, которые будете возглавлять. Для нас это очень важное сегодня направление, потому что служба судебных приставов, наверное, завершает в том числе и череду нашей борьбы с самостроями, с незаконным строительством. Ну и, конечно, важно на самом деле не просто заявить, что мы будем сносить те или иные самострои, а их снести. И, конечно, сегодня вопрос штрафов, налогов, госпошлин, их взыскания, которыми занимается служба судебных приставов, конечно, ощутимый. 8 миллиардов рублей взыскано только в этом году, 34 миллиарда – тот потенциал, который можно взыскать, и это тоже будет находиться в зоне вашей ответственности. Круг задач большой, он сегодня для нас очень важный. Где-то эти задачи, проблемы накопились, поэтому, конечно, здесь уже ваша активность, ваши управленческие решения будут способствовать тому, чтобы вот эти все проблемы расшивались, а не накапливались. Еще одна проблема, которая требует особого внимания – нелегальная миграция. Поэтому необходимо усилить работу и в этом направлении, отметил губернатор.